Что ты, кучерявая, соскучилась за коляской? А? Брун-брун-брун. Ты что? На Макларене мы еще не отжигали. Друзья, всем привет, с вами Дискрипван. Привет, мои хорошие. Эх, ты таки да. Дальше продолжаем гулять по Греции. Что за цвет? Что за порода сосны? Катя, все фотографируй, будешь Алене показывать. Афитос, правильно? Афитос. Афитос? Да. Это деревня вот такая вот? Да? Так называется эта деревушка, да. И на первом пальце это единственная деревня, которая сохранила свой архитектурный стиль. Ты вышел? Да, вышел. Так нам надо по-любому это все увидеть. Ты посмотри, какие старинные колоннады. Держи собаку. Дети, а ну-ка по сторонам. Елисей, команда рядом, присоси его прямо к ноге. Не, ну тут и ездят даже так культурно, не размеренно, никто никуда я не видел тут шумахеров. Все, наверное, повыезжали в Германию. Да ты что, хурма, ёханый бабай. Тут все известные деревья. Елисей. Можно сорвать из да не надо, просто лизни и пусть растет дальше. Идем, я шучу. Она идем. Еще зеленая, не до хорошо, зеленая. Пусть растет. Зеленая. Не, зеленая и терпкая. Сейчас попробуем. Ее никто не будет есть. Вон та, наверное, оранжевая. Ульяночка, поцарапалась? Сейчас, подожди, я тебе скажу, стоит ли ее есть. Вкусная? Ой, кислая. А я сказал, куда вы торопитесь. Катенька. Катюня, слышишь? Мы когда приедем, первым делом надо вот такая бочка. Посмотри, в какой бочке растет красиво оливка. Ну, а я не знаю, зимой они не будут перемерзать у нас? Да тебе не надо знать, я шучу. У нас не тот регион, елки-палки. И что? Сейчас все облицовано. Что, ты хочешь мороженое? Мороженое? Сейчас найдем мороженое. Мячи увидела. Мячик у тебя есть. Идем за мороженым. Где тут самое вкусное мороженое? Налево или направо? Направо вниз. Направо вниз, да? Да вы шо? Держи собаку. Мам. Да. Ну, так это на то она и есть хурма или сешка. Какой же? Не шершавый, а терпкий. О-ля-ля. О-ля-ля, йо. Можешь представить, люди в таких домах жили раньше. Ага. Так а сколько ему лет отродясь этому? Это деревня первый раз 400 лет до нашей эры. Ох, елки ты палки. Да ты шо? Ты посмотри, какая черепица до сих пор сохранилась. А что, вот то, лимоны, балки, апельсины? Балки не вы... Тут нашли археологию и приостановили. А, должны были что-то строить, да? А, кто-то не успел себе особняк построить. Да, понятно? У нас... Постоянно что-то находят. Дом, сперва заходит археология. Если найдет какие-то раскопки, все приостанавливается. Угу. А может быть и навсегда приостанавливается. Но чтобы сохранить первозданный мир. Да. Катенька, ты можешь поверить, что мы именно идем прямо? О, там свадьба какая-то. Жених с невестой, вон. А у вас тут что, гостей не зовут? Только двое? А, ну двое и фотограф, я понял. Вот моя Мелиса. Вот мороженое. Вот это вот мороженое? Дети, занимайте очередь. А как же свадьба? А я прикоснусь к старине. Елки ты палки, ты что? Вот так вот стучишь, а тебе Афродита там. Сережа, вы хотите пирожок? Я только пожарила. Елисей, ты же не Афродита. Точнее, ты не Ахиллес. А, да, это пчелка Майя. Вот тут вкусное мороженое? Ну, Катя! Ой, бутылку потеряли, но я ее нашел. Погнали, давай, пока очереди нет. Там воспитанный, он максимум лизнет. Что, Ульяночка? Hello. Шалом. Ёлки-палки. Да ты шо? Я беру лимон, мелон, манго, сорбет. Елисейка, мы же не можем, успокоился. Что? Ты какой лисейки? Почему ты хочешь сама попробовать? Берем в баночку. Нет, вот сюда. Капать. Ты уверен, туда влезет один шарик, ну два. Или как? Вот баночки, вот шарики, выбираете сами. Баночку. Все, выбрали стаканчик. Да.
Есть там мороженое такой. Уже не обязательно, тут сам стакан. Так, говори. Мятный, да? Да. Мятный. Зеленый. Потом мелон. Что? Манго? Мелон. Мелон. И лимон. And lemon. Да. Два таких. Да ты возьми себе другой, и вы будете себе, как это, меняться вкусами. Блин, какое нежное, что за... Оно такое тягучее, наверное. Ага. Ну или все. Ладно, я себе другое. Давай, солнышко, тут столько вкусов, тебе не надо повторять за лисейкой. Вон абрикос красивый. Можно мне попробовать? Ванильная, сумасшедшая. Вкусно? Шоколад. Так, шоколадо. Это самая красивая помада, что я видел вообще у женщин. У девочек, у девушек. У маленьких принцесс. And for me, please. Ульяна, да я пошутил, кушай мороженое, елки-палки. Strawberry. Ты что, тебе вот та вот рыбка, которая пела. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Завидую, сейчас будет мороженое. Кушай, я пошутил. Ты очень красивая. Цирк по тебе плачет. Мама! Дети, скажите, эвхалисто. Эвхалисто. Все, спасибо огромное. Смотрите на него. А ты сказала спасибо? Все, тихо-тихо, чуть в глаз себе мороженым спасибо не сказала. Ну, поехали. Кайштуме. Очень вкусное мороженое. Вай. Да, с таким мороженым можно и невесту пропукать, ничего страшного. Другую встретим. А ясас, это что, до скорых встреч? До свидания. До свидания. Блин, ну какие же они древнючие, елки-палки. Да. Хотя, посмотри, на первом этаже еще тюрьма была, походу. Ты видишь? Собака, машина, ребят, машина. Вот это что за небесной красоты плетущиеся флора и фауна, а? Цвет прямо какой. Угу. Как у меня глаза в детстве были. О! Ульяночка, идем с мороженым, чтобы мы ничего не испортили. Пойдем, зайчик. Потом все будем смотреть. Скажи мне, это не здесь? Никулин, черт побери, делал. Это же вы? Угу. Шо? Как у Ульяночки. А, как у Светы? Да, только немножко другой. Этот красный, а у тебя нежно-голубой с розовой каемочкой. Аккуратно, машина. Что, где в сторону? Молодец, как наш. Ага. Облизывай снизу. Хотите съесть, посидеть, скушать и пойдем дальше? Давай сядем, посидим, поедим, и потом спокойно пойдем, потому что у нас это не... Красиво из этого не получится. Садитесь. Да, все нормально, отлично. Ичи, боже мой, тебе вкусно? Да, носки мои. Да у нее капает. Ничего страшного. Как это? Ну, что делать? Люк сейчас, вон ему достанется. Стой. Дай Люку полезать. Ну вот, видишь, есть кому поесть. На. О, ребята, тоже с утра едем, смотри. О, да ты что? Мама дорогая. Да. Красавцы наши. Ну что, перекусили? Да, вкусное. Слышь, мы пока перекусывали, там люди сзади меня сидят, слова не обронили. Минут 15 прошло. Слышишь, мы такие колоритные, что на нас грех не посмотреть, правда? Куча детей, собака. Я думаю, может, куда новый стиль проживания. Дети, Елисей, Ульяна. Слышишь, из канавы улицу сделали, елки-палки. Бачишь?
А что это? У канавы была. Olive Concert Store. Тут, наверное, можно купить все, что связано с Алисой. Елки-палки, тут надо было точно GPS ставить на машину. Попробуй найти, где мы ее оставили. Смотри, право, направо красиво. Какой данный костюм? Впереди супер-пупер. Да. Катя, жасмин таких размеров, вот он. Какой жасмин? Да ты что, какой жасмин? Вот это ты. Это не жасмин. Успокойся, мы такой купили. Мы такой взяли в агромаркете. Малыш стоит у нас. Да. Блин, это что за райское место вы нас сюда привели? А он у нас тоже хорошо пошел за лето. Да ну что, прямо что дурной на балкон второго этажа? А вот церквушка, смотри, древняя. Древняя церквушка? А, о, ё! Супер! Можно закрыть, сейчас такое время. Я вижу, Алексей. Давай, давай сперва самое красивое, самый красивый вид. А потом... Чисто. Ой, 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 лук, ой, лук, ой, лук. Тут мороженое, наверное, лучше пива расходится. Особенно летом. Кошка, ага. Кошка, кошка, осторожно. Люк, нельзя. А. Нельзя. Смотри, все лижут. Нету, Леночка. Что, нам туда? Катюня, ты посмотри. Ты посмотри. Ты же ходишь еще и маме фотографии делай. Ой, я уже церковь вообще такая. Все на свете забыла. Кристиночка, видите, я за вами. Ага. Да, Люк, успокойся, ты ж да, тоже... Приехал мне в Грецию котов гонять. В Одессе мало. Вот эти горшки так красиво. Ага. Обязательно. Горшки, лебеди, все такое маленькое. Да. Насыщенное. Камня большое. Едят люди, да. Приятного аппетита. Да. Ух ты, елки-палки, вот она. Набережная моей мечты. Дети, аккуратно, мопеды. Ага. Ямаха, елки-палки. А звучит как Карпаты. Вот место, мы пока фотографировали, уже невеста вниз спустилась, на набережную фотографироваться. Где? Она уже там? Сейчас увидим. Да вы что, так получается, мы ее не профукали? Коты. Прямо по курсу. Коты, Катя, говорю, Катя, прямо по курсу. Катя, это морская деревня, здесь как в Мармарисе, везде коты. Так что пусть наш Люк привыкает. Смотри. А вот свадьба тут будет. То ты что? А. Прелесть. А, так это вот так вот свадьба происходит? Без еды и стульев? Просто собрали все, потому что уже холодно. А, уже отгуляли, в смысле? Ну, внизу, елки-палки, красота, да. Елисей, аккуратно. А где невеста? На край не садись, стой ногами, сынок. Красота. Да ты что? А где невеста? Невеста, вон она внизу фотографируется. На скал. Вот там вот видно тебе, Катюша? Да. Мам, где невеста? Вон ходит, вот там. Вот там, вот смотри, куда я пальчиком показываю, видишь? Вот та в непонятном платье. И рядом там жених. Вроде бы ее. Красота. Вау! Вау! Не пугайте вот котов, Елисей. И вау. Посмотри, какие они красивые. Да. Боже мой, такие красавцы. Котенок, ты египетский такой прямо? Ай, я вспомнил, это бугенвилия, Катюша. Правильно? А? Бугенвилия, правильно я говорю? Угу. Вот то вот красивое. Типа битый нос. Бойцовский кот.
Смотри, одно кафе сменяет другое. Рестораны, рестораны, рестораны. Сверху, снизу. Просто везде. Ага. Скажи, что мы мороженое полизали. Как? Мороженое? Вот так вот, все. Стой, дай я тебя повытираю. Вот так вот. Скажи, кто тут идет такой? Я таких не видел. А вон еще, они тут все почти рыжие, ты видишь, Кать? Ага. Сейчас и тот вздыбится. Ну, они тоже древние? Или это все уже отреставрированные? Это древние, просто отреставрированные. Ага, окна вставлены, вот-вот, понятно. Тут все древние. Даже вот эти, вот знаешь, тип понятно, что это все это просто обновили. Угу, угу. Здесь малюсенькие там. Угу, там как на Санторини такие бело-голубые. Да. Поможем. Все, ребят, тут уже делать нечего. Вот пойдемте так наверх? Нет. Чего? Нам надо будет спускаться обратно этой набережной? А почему так нельзя? Ну, можно, но это целую горку. О, идем. Ну, ничего, так мы сейчас, это... да, нам наоборот надо этот, как это, а. Пройтись. Смотри, как интересно растут алоэ. Рядом. Горшочек. Рядом. А этот какой красивой, интересной формы имеет. Рядом. Просто прелесть. И тишина такая. О, разнотравье. Сама выросла или, думаешь, присадили? Ну, сама, конечно. Присадили. Ну, вот тут. О, мои одноклассницы. И тут признали. Смотри, сколько кактусов. Ровненько. Какие-то орлы старые. Ух ты, шо ты, шо? Это ж такое, как на барахолке продается, только маленькие, а это его прапрапрадеды. А ну-ка, отойди. Кать, ты посмотри, какие каменюки. Ага. Тут вообще какая-то коллекция кактусов. Я бы здесь ходила днем и ночью, ты знаешь? Катя, так и ходи. Так а ты же сейчас меня уведешь. Куда? Нам главное их не потерять. Пошли. А пусть идут куда-нибудь. Шо-шо? А пусть идут куда-нибудь. Слышишь, так поехали домой, уложим их спать. И что? И я дорогу помню, вернемся сюда. Ох, и вечером с тобой вдвоем. На такси поехали бы. Вот было бы здорово. Только мы и старые немцы здесь будут гулять. Ты бачишь, какой трактор? Угу. Старинный кабриолет. О, собака. Где? Тихо, он сюда приехал. А-а-а. Ага. Катюня, где к тебе женихи поехали? Давай бегом. Какие женихи, Сережа? Я уже нашла своего жениха. Слава Богу. Будем считать, что этот пунктик в моей жизни выполнен. Осталось что? Ну смотри, что? Как чистенько. Смотри, сколько этих самых, какие красивые цикламены. А? И там наверху огромнейшие. Такое ощущение, что это не деревня, а музей какой-то. Так это и есть музей. Ну так он же живой. В музее это все. Просто висит. О, Китя. Ух ты, какая! А черная багира прямо! Ух ты, красавица, да, да. Кс-кс. А здесь также в Греции кыс-кыс зовут или пиш-пиш? Нет, кыс-кыс. Кыс-кыс. Все сходится. Что дальше, куда? А, тут как не идея. Нет, а мы же уже там были, погнали. Погнали. Возьми там коляску, Кристине тяжело. А где это? Мы так вот в Мармарисе гуляли, тоже там улицы вообще вот такие. Малюсенькие. Ульяночка. И мы заблудились там. Гуляйте, дети. Что, тянет тебя вперед все время, да? Да. Вот невоспитанный. Давай я попробую, Лисешка. Я снимать попробую. Давай. О. Опять гранаты.
Люк. Вон растут, смотри. Лисейка, ты что, не видел? Ты видишь? Причем это заброшка. Да я шучу, ты дикарь. Слышишь, а ну подними голову. Ты об него чуть не ударился. Может, как-нибудь у тебя кого-то... Вот этот вот? Вот как-то хотя бы... Колючие, смотри, все так. Они колючие, да? Это надо на голову тебе, мне и маме стать, чтобы один достать. Нет, Оля. Поехали. Что там? Ты тоже, ты ням-ням увидела? Растет ням-ням? Такая дерибасовская ровная вниз, да? Ого-го! Шо? Прыгай, прыгай! Ух ты! О, слышишь? А? Посмотри, какая красота! Молли! Молли! Уже пошли, здесь, пошли. Катя, он может тебе на голову прыгнуть. Вот неспокойный. Спокойно, Люк. Все, он тебя блядь. Ку-ку! Нельзя, нельзя. А то сейчас номер снимешь. Лючок, не торопись, тебе же дышать будет тяжело. Иди рядом. Вообще просто, ты посмотри. А тут, боже, все старые. Ага. И помещаются же люди, нема этих заборов огромных. Вон байки стоят. Красные. Огородов бесконечных. Угу. Я вижу. Миланька, тебе нравится? Да? Не нравится тебе? Боже мой, мы тебе что-то другое придумаем. Хорошо. Тут мы вышли почти помню куда. Куда нам? Направо? Вниз? Погнали вниз. Пахнет какими-то кальмарами на гриле. Люк рядом. Тоже красиво, да? Тапочки, да. А вон какие стулья прямо, ой. Рядышком. Угу. Угу. Ты бачка красивая, Катя. Ты видишь, как люди пенсию проводят? Мохито, пивасик. Шо это? Ты шо, вырыл уже что-то лететь? Мама. Пойдемте, детка. О, Катюня, кандиле... Как это? То, что ты любишь на барахолке покупать. Слышишь? А. Так как они, блин, куски балкона вот эти вот. Канделябры, поняла? Крученые твои. Кристина, а чего везде решетки? А потому что это музей. А, я понял. Так это везде музеи. Я так смотрю, что у вас... Вот это музей. Это музей. А вы же говорите, здесь не воруют или так, на всякий пожарный? Ну, ты же понимаешь, что государственное музей хранится миллиарды и может строить одно что-то. Понятно, все, я понял. Вопросов больше? Не имею. Есть немножко этот, вздохнуть туда, подняться? Конечно, а вы что? У нас столько энергии, что и как это? Еще и вам подарим. Ага. Все, была бы дорога. Да даже если будет лестница, по лестнице пойдем. Нам сюда, детвора.
Катя, ты можешь немножечко, я понимаю, что здесь красота неописуемая, но чуть-чуть быстрее ходить. А зачем мне быстрее ходить? Там я куда-то опаздываю? Сейчас темнеет, мы многое не увидим. Миланька, давай поближе к звездам. Вот красиво, потом. Везде красиво. Миланья, вот я фартануло. Ёлки-палки, на самом деле. Ты посмотри, хурма валяется, ее даже дети не едят во дворе. Вот балованные. Нам вверх? Ага. Ой, мандаринки. Да. Для интереса хочу посмотреть, они насколько. Ну, желтая вон. Вон внизу желтая, Алексей. Внизу вон желтая. Ульяна? Дальше, правее. Ты кого вот там себе увидела? Вот ты рукой друга дотронулся. Под... О. А? Бла-бла-бла-бла-бла. Поехали. Да. Пошли аромат с тобой, пока они там мандарины дегустируют. Мы с тобой идем. Я не пробовала, но очень пахнет. Рядышком люк. Рядом. О, нельзя, нельзя, нельзя кошку трогать. Ты же в гостях в другой стране, ты что? Сейчас. Что ты, кап-кап, море увидела? Ты сегодня целый день купалась. Катя, вот это видос. Ты что, оно того стоило? Кап-капа. Ты посмотри. Кап-капа. Если бы я был паркурщиком, я бы тут по крышам, да не знаю, до Одессы бы допрыгал. Ты видишь? Угу, сейчас фотографию сделаю. Сделай, сделай обязательно. Дети, посмотрите на небо. Вы видите эти краски? А крыши? Что, солнышко? Спасибо. Не, это мой, это мой. А что, у вас кактусы, как трава растет? Да. Так нам нужно еще обязательно вниз спуститься, чтобы в гору это все увидеть с кактусом. Спасибо. Это вообще что-то с чем-то. Смотри, их трогать нельзя. Но мы спустимся. Они. Как? Когда? Сегодня? Сейчас? Сейчас, естественно. По горе? Осторожно, осторожно. Осторожно. На них мелкие колючки. Да. Слушай, Яночка, а ты помнишь эти плоды в Турции мы на базаре купили, я попробовал? Да, у нас тоже можно взять и... Я попробовал, я загнал себе такое количество за нос и в небо, и в язык. За всю жизнь только не получалось. Ага. А что, они вкусные? Мне же не объяснили, что их брить надо. Такое. А я сразу в рот. Ну, интересные. Едят, режут, и ложкой только едят. А, ну так кто же об этом знал? А что вот это за такие... Рядом. Камушки? Это чтобы люди сидели. А, ну они же тоже какие-то... Непростые в смысле? Катя, вся Греция это непростой камушек. А ну. А вот это что за соцветие такое? Отелло. Будешь фотографироваться? Люк, мы... сидеть. Дети, аккуратно. Да, осторожно, там обрыв. Там обрыв, Елисей. Коты тебе дают, конечно, праздника, да? Мешают тебе жить спокойно. Ты собакен наш. Вот видишь, сверху виден этот остров Хелона. Он похож на черепаху, если обратишь внимание. Ага. Ну вот, с правой стороны головочка. Да. Да. Большой Хелона. Это шагава цветет, смотри. Это? Шушо? Ну, агава расцвела. Да. Как? Но вот это круто. Удочка? Да. Да вы шо? Угу. Ален, посмотрите что на это. Ёханый бабай, Катя. Это что? Это из такого куста агавы? Цветочек на секундочку небольшой. Ты шо, я никогда не думал, что так можно. Куда вы лезете? Блин, тут... Тут, короче, тут не дай бог сюда упасть, тут все в кактусах. Елисей может проткнуть себя насквозь, как тот шашлычок. Короче, друзья, слышь, отсе... а шо? Знаешь, где мы плавали? Где? Ты можешь вспомнить? А ну, посмотри в ту сторону. А, вон там, где пирсы? Да. А, где вот та вот лагуна, заводь, вот она вот отсюда идет. Это знакомые мне места. Посмотри на голубку. Короче, шо-шо? Голубка сидит. Да я вижу.
Да подожди ж, мы еще кактусы придем смотреть. Вниз обязательно. А, он хочет уже. Давай уже хочу сказать, пока светло, друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Я вам все равно покажу кактусы, поэтому для да. вас. Гулял или не догулял по деревне Одесский Липован. Люк, это просто изверг какой-то. Слушай, Катя. Ну так он медведей готов был бросаться, а ты хочешь? На медведя он бросался, понятное дело. Ну а коты здесь греческие при чем? Мама. А. Помидорка. Бассейны хочешь увидеть? Помидорка? Кто хочет в бассейнах? Осторожно, пока не прижимайся, боже мой. Греческие бассейны. Греческие бассейны. Угу. Да вы что, ты понял? Ой, я докину домой, интересно. А вот это что же оливка? Да. Пушистая вот эта? Какая-то столетняя прямо. Так, естественно. Если дома тут 100 лет, то есть оливки, понятно, что... А печь какая, посмотри. Давай, сынок, поливай мне на ручки аккуратненько, а я его буду поить. Стой, 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 мне на руки. Все, все, все. Просто сумасшедшая, конечно. Поилку забыли, но видишь, он я бы здесь, наверное, пьет с удовольствием. Гуляла. Ты молодец. Очень, очень. Тихо молчи, там что-то мама важная говорит. Наливай еще. Лей, лей. Сынок, лей. Люк, Потеряга. Пей. Ой, а где твой второй тапок? Сынок, лей. Люк, пей. Прямо и налей. Очень красивая оливка, ты видела? Да. Ага. Лючок, иди рядом. Рядышком. Боже мой, я могу себе представить, сколько здесь людей в сезон. Ой, Миланя, сядь. Ты не выпадешь, Миланька? Просто, наверное. Что-то она хочет там ей дать. О. Люк рядом. А виноград еще зеленый у вас здесь. Катя, ты поняла? Вот иди сюда, запомни этот кадр. Какой? Встань с моей стороны. Ты видишь, вот одна лоза. Ага. Вот лозу вот эту вот видишь? Ага. И вот такой козырек. Ну, у тебя вот чтобы у нас будет... такой же был, да. Ну, у тебя может быть три лозы. Ты же там ведешь так три. Ты посмотри, какая одна здоровая. У тебя еще киви должно быть там скоро. Все там будет. Рядом. Рядом. Люк рядом. Слушай, как в Турции, для каждого заведения уважение, чтобы собака там, как это, ничейная, угу, прибилась. Точно так же здесь с котами обстоят дела. Ну, очень похоже на Мармарис, да? Ага. Ты боже мой. Каждый по-своему красивый такой. Такие статные. Да, да, да. Глазик у тебя болит. Ну, ничего, уже зажил. Дети, нам сюда. Да она все время любит ням-ням, она. У нас дама с аппетитом. Ням-ням. Люк, рядом. Не торопись. Рядом. Hello. Здравствуйте, здрасте. А я hello, hello, hello тут. Так, налево. Шляпы какие модные. А вот греческие чарухи. Вот одевали люди. Сейчас. Вот это греческие. Вот такие чоботы, да? Чарухи. Это где чарухи? Мне ходить? По дому? А? Дома? Да. Ага. Это из чистого... Такие мягенькие. Овечья шерсть? Да, овечья. Да. Красиво. Да, да, да. Вот это вот. Ты некрасивая, а маме возьми. И тебе там, и твой есть размер тоже. Она свой вон тут выбросила. Чарухи для всех, а? Сейчас я зайду с вами, одну секунду. Нет. Куда вы собрались? Деньги тратить? На то я не знаю, как на греческом сказать. Сейчас зайду с вами. Вот это что, я бы сам торговал так вот. Сидишь, а люди идут и идут, идут и идут. А ты все сидишь и сидишь, только сдачу выдаешь.
Все, бросаю карасей. В торговцы пойду. Торговать пойду. Папа. По лестнице давай. О, сыкая лестница. Погнали быстро. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Четки мы найдем, Елисеечек, найдем. Ты что, столько украшений, посмотри, какие хочешь. Золото, перламутр. Просто железячки. Брун-брун-брун. Кристиночка, мы же потом уже обратно не пойдем как-нибудь по-другому, да? Все, так и сделаем. Потому что по лестнице вниз хорошо, а вверх чуть по-другому. Ульяночка, я сейчас не могу, пойдем, зайчонок. Вот этот вот? Да. Не представляешь, как он мне нравится. Это таки нет. Да, это любимый Кристинин дом. Это ваш? Он такой старый, он такой, такие малюсенькие тут этажи, двери. Это просто... Елисеюшка, это не Кристина, это просто ее любимый дом. Она мечтает, чтобы у нее был такой домик. Ты представляешь, смотри, я даже не могу представить, сколько лет может быть этому дому, чтобы были бы такие двери и такие мелкие потолки. Угу. Вообще малюсенькие. Да, ты понимаешь, что насколько он старый. Археологи помогут. Леночка, я тебя жду. Обалдеть! Да ты что? Так это круче любой фортеции, вот это вот, как там этих ограждений. Катенька, иди сюда, ты сейчас кайфанешь. Их сверху не было видно? Ты что, зевнула или икнула? Нет, обалдела. А? Слышь, мне кажется, она заговорить в этой поездке. Ну, конечно, заговорит всегда. У малышей. У нас Ульяна заговорила, когда мы в Турции были, да? И пошла в Турцию. У Милани тоже все идет правильно. Короче, скажи друзья, ему, иди сюда. От всей души с хорошим настроением для вас. Говорил вам пока-пока на фоне такого замечательного рассадника кактусов. Пипец, тут самогона нагнать можно. Ну, этого мексиканского, как он там? Текила. Ты что? Елисей! Да ты уже заговорила? Она ж с утра только ей говорила. Ну? Это кто? Не заговорила, не торопите лошадей. Поехали. Еще куда-нибудь. Спасибо за такую экскурсию, за столько услышанного вами сказанного. Конечно, все в кадр, как обычно, не попадет. Но это такие, конечно... Эмоции. Да. Достойные аплодисменты, так что и хорошие комментарии. Ребята, пишите хорошие комментарии. Ты сейчас сядешь на Агаву, Катя. Посмотри, он тебя сейчас пошампурит, елки-палки. Будешь у стрекоза летать здесь по вот этим вот маленьким булочкам. Туристов пугать. Пошлите? Да, погнали искать нашу машину. Не, ну точно красивый дом. Ты посмотри, Катя, видишь? Двери такие старинные. Мне тут даже разговаривать не хочется. Елисеюшка, ну-ка выпусти нас, пошли. Хорошо, мы сейчас будем прямо идти или опять налево, или как? Ходить и молчать. Тут же, тут как ни ходи. Посмотри, а это, я вообще считаю, что этот дом стариннее даже, чем вот этот вот. Ты бачишь? Вот это шикардос. По-своему прекрасен. Катенька, смотри, тут движение. Дети, а ну по сторонам. Иди сюда, Катюша. Иди в эту... Елисей. Иди-ка сюда. Под олеандром многовековым постоим. Там сзади еще машина, впереди машина. Отойди. Отойдите. Здрасте. Блин, здесь только на таких маленьких махинах можно разъезжаться. Ты видишь, Катюша? Ульяночка.
Здесь даже крапива цветет. Или это не крапива? Нет. И что, он туда заедет прямо? Ну, видимо, да. Не, она сильно узкая. Ого. Ух ты, что, смотри, халапеньо хабанеро, просто острый перец. А греки любят острое? Да. Тогда я понял, что он здесь растет. Ты видишь, какой? А маленький какой, упругий. Ну, можно попробовать? Елисей, не рекомендую. Да, Елисей, ну давай уже без этих приключений. Ты да уже не, уже пусть можно раскусить. Уже хурму попробуем. Да, уже раскусни. А, нет. Хурмы недостаточно было? Так хурма вот у цветочки. Там поплевался 10 минут и прошло, а здесь будешь огнем дышать. Номер 5. Там сказка. Тихонько. Ваня. Идем. Лючок, иди рядом. Рядом, рядом. Ну, немножечко стучать. Оставьте. Куда ты стучишь, солнышко? Вот это тоже хорошо. Вот это откроется и станет красным цветом. Я думала, ты еда. Нет. А похоже на лесной орех, да, вот этот вот? Нет, это вот, вот оно сейчас показывает. Набухает, да? Рождество, оно станет красным. Нет, солнышко, это не ям, это цветочки. Вот это... так и называются, рождественные цветы. Слушай, это, а на Рождество, это приедешь? Шушо? Не эти, которые я посадила, как они там у нас перед входом. Катя, что ты там только не садила? Подожди, может быть. Подожди, ну вспомни. Господи. Да пусть Алена помнит. Да, но в начале весны. Весны? Нет, это не то. Не то. Нет. Комары? Идем, сейчас намажемся. Слушай, здесь даже новое строят, как будто бы это уже всю жизнь старое было. Ты видишь? Да. Традиции. Ну... так самое главное, двери-то не трогают. Ты понял? Дом развалили, двери оставили, потом вокруг этих дверей обстроили опять по-новому дом. Сережа, ну вот. Вспомни, как они называются. Вот они, по-моему, везде тут. Во-первых, это другое. И во-вторых, это сумах. А в-третьих, сними людям все что-нибудь нормальное, а не вот это вот свои провалы в памяти, елки-палки. Розовый и голубой, который мы посадили. Елисейка, может, ты вспомнишь? Рододендрон. О. О, школа, может, мы тебя сдадим сюда на месяц? А я только хотел сказать, елки-палки, зачем тебе онлайн, если ты можешь просто месяц нам не мешать гулять по Греции? Сережа, как ты красиво сказал. Да я любя, елки-палки. Ва-ва-ва. Детки вон в школе, ты видишь? Люк рядом. Вот еще одна такси дорогая, ты посмотри. Да ладно, я тебе... Ого! Так у него вместо сидений все одни колонки. Ты шо, бешеный? И не выпрыгивают у него стекла. Катя, иди сюда. Это борьба с радикулитом, ты понял? А ну, ты наедь вот сюда, посмотри. Ты сидишь? Плохо, что под жопой нету. Так бы еще и геморроя никогда не было. Ты посмотри. В дверях везде. Вот это агрегат. Это машина Майкла Джексона, 100%. Обалдеть, обалдеть. Мам, зачем эти колючки? А тут ты это тоже показала? А? Это не колючки, Ульяночка, это... о, два вместе сидят. Ага. Это колонки. Идем. Это музыка. Это только, музыка. Как только он включает, получается... садится туда, и там музыка. Ба-ба-ба-ба-ба. Ага. Представляешь, как здорово? Ты бы хотела так? А ты бы куда села? Ой, да. Горе. Лючок, нельзя. Нельзя котов не греческих обижать. Машина копейки стоит, а все это может стоить. Ну, может, это его мечта? Ну, да. Пошли эти дети. Идем.